это он вытирал эти сопли из ушей, кровь. Да. И глаз, да. Скорее всего, травматическое что-то. Судя по всему, скорее всего, его стукнули сильно. Его машина сбила. Там гематома только остался. Глядя на этого котика, ребята, невольно подумаешь, откуда в них столько силы. Мы люди, мы намного слабее духовно.
Не каждый из нас способен выдержать крик при такой травме. Это даже сравнивать нельзя. Именно поэтому, ребят, потрясает, что в таком маленьком тельце спрятана такая огромная сила и воля духа. Одно это должно вызывать в нас уважение. Не все любят котов. Многие не любят собак. Но, ребята, мы ведь не выбираем, кем нам прийти в этот мир, кем родиться. Все живое в этом мире имеет право на жизнь. Если вы не любите животных, просто пройдите мимо, друзья. И это будет добрый поступок. Я желаю вам всем сердцем добра. Добра, люди, и крепкого-крепкого здоровья. Операцию Эрвин перенес. Но состояние у него еще очень тяжелое. Он не может пока есть, но пытается пить воду. Котика сейчас кормят насильно, и он находится на капельницах. Друзья, я врагу не пожелаю пережить то, что пережил этот несчастный зверь. Но меня всегда восхищала потрясающая воля этих животных и их стойкость, их умение терпеть. Это просто потрясающе, ребята. Не пробовал кушать? Ну, он вчера что-то чуть-чуть пожмякал. Ну, ну, пытался уже, да? Ну, да. Вот. Ребята, мы, конечно, собачники, но этот ролик мы посвятили кошкам, тем, кому точно так же достается много боли, много страданий, а самое страшное то, что их почти никто не замечает, часто откидывают пинком с дороги. Ребят, Пирик был домашним, его выгнали с выбитым глазом, со сломанной челюстью, мы нашли его на детской площадке замерзающего. Пирика прооперировали, удалили глазик. И сейчас наш малыш счастливо живет в Москве. В новой, в доброй, в хорошей семье. Ксюня, ее сбила машина, а наша машина шла следом. Ребенок сильно кричал на дороге. И это просто чудо, что... А может, Бог так направляет. Подобрали кошечку, отвезли в клинику. Прооперировали заднюю лапку. Сделали операцию. Лапка срослась. Сейчас сняли конструкцию. Перед вами Ксюня, и она выздоравливает. Но, ребят, у нас новая боль, и это Масечка. Масечку сбила машина. У нее сейчас удар по голове, и еще, ребята, у нее сломано несколько ребер. И одно легкое, одно ребро пробило легкое. И сейчас, ребята, у нас двое тяжелых. Масечке предстоит операция. Она перед вами, серенькая, на капельнице. Она истощилась буквально за сутки, вот так.
Ребята, этот ролик о кошачьей боли. О тех, кто, когда им больно, поет.